Вы смотрите видео об отеле Andreas Canazei. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Andreas Canazei расположен в стране Италия в регионе Валь ди Фоса и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель находится на курорте Валь ди Фоса, в 300 метрах от центра Канацеи, в Гриес-Граис. Это райончик, который по прошествии веков сумел сохранить свой неповторимый шарм горного поселка, со своей маленькой альпийской церквушкой, огородиками и старыми сеновалами. Летом он расцветает самыми разнообразными красками, а зимой превращается в сказочное место. Недалеко в 500 метрах, расположен подъемник Белведир, откуда начинаются разнообразные горнолыжные экскурсии. Но больше всего он известен как подъем на знаменитые спуски Селеранда, которые летом становятся лакомым кусочком для любителей горных велосипедов. Остановка лыжного автобуса Скибас напротив отеля. В 400 метрах расположен спортивный комплекс с бассейном. В 2007 отель был обновлен. И подъемники, и остановка Скибуса, и лыжная школа Каназей, Мармалада – все быстро и легкодоступно. Буквально в двух шагах от отеля Андреас проходят лыжные трассы для беговых лыж. Лыжная школа Каназей Мармалада предлагает индивидуальные и групповые курсы для детей и взрослых не только по горным лыжам, но и по беговым, а также уроки по сноуборду, фрирайду, фристайлу и экскурсии с альпийскими проводниками. На территории отеля имеется ресторан, бар, комната для хранения лыж, детская игровая комната, детский бильярд, настольный хоккей, PlayStation, настольные игры. В номерах есть ванная комната, фен, телефон спутниковая, ТВ, сейф, мини-бар, Wi-Fi часть номеров с балконом. Номерной фонд отеля состоит из суит-луз, 30 квадратных метров. Номер по площади меньше, чем суит-романтик, но более изысканно оформлен. В интерьере использованы изделия, инкрустированные кристаллами Сваровски, дающие необычный и очень нежный свет. А романтики в интерьере добавляет звездное небо, созданное магнетическим сиянием кристаллов. Деревянная мебель, великолепно подобранные портьеры, большие панорамные окна с видом на Доломиты. Большая ванная комната, отделанная белым и розовым мрамором с гидромассажной ванной, идеально для расслабления после проведенного на многокилометровых трассах Доломитовых Альп дня. Суит-романтик 35 квадратных метров, большой элегантный номер с гостиной зоной. Самые красивые номера в отеле. Ладинский стиль, много света, много деревянных деталей в интерьере. Большая ванная комната с окнами, выходящими в спальню, гидромассажная ванна или современный мультифункциональный душ с эффектом турецкой бани. Джуниор, 28 квадратных метров, все номера оформлены в ладинском стиле. Комфортные, уютные, нарядные, обставлены деревянной мебелью, большие кровати. Небольшая зона гостиной с диваном и столиком. Классик, удобный, уютный номер в классическом стиле, в котором теплота дерева и атмосфера близлежащих гор гарантируют вам приятное и расслабляющее времяпрепровождение. Суит Баласила, 38 квадратных метров, номер с небольшой отдельной гостевой зоной с диваном и столиком, большой ванной комнатой с гидромассажной ванной и душевой кабиной. Из спальни можно выйти на небольшую террасу с великолепным панорамным видом. Суит Комфорт, 35 квадратных метров, одни из самых больших номеров в отеле. В номере две ванные комнаты, одна с гидромассажной ванной, вторая с мультифункциональной душевой кабиной. Идеально подходит для семей с детьми. Гостевая зона с диваном не отделена от спальни. Суит Релла Риноу, 35 квадратных метров. Стильный, романтичный номер, оформлен в ладинском стиле. В центре номера большая кровать с балдахином и гидромассажная ванна, отгороженная от спальни прозрачными витражными стеклами. Большие панорамные окна делают номер очень светлым. Терраса с незабываемым видом на гору Мармалада придает романтизма. Не рекомендуем для семей с детьми. Суит Физио Байта, самый большой номер в отеле. Оформлен в ладинском стиле, где преобладают деревянные детали интерьера, натуральные ткани и мягкий приглушенный свет. Зона гостиной в оливковом цвете, отделена от спальни деревянной ширмой. Ванная комната с инфракрасной сауной, гидромассажной ванной, отделана белым и розовым мрамором, душевая кабина, рассчитанная на два человека, с вертикальным гидромассажом. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть тренажерный зал, турецкая баня, джакузи, души с ароматерапией, сауна, солярий. Для детей есть детская кроватка платно, детские стульчики в ресторане есть. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.